Российская угроза существует не только для Чечни, но и для других народов, которые борются за независимость. Для Чечни она реальной стала уже несколько лет. Приговорит организаторов так называемого временного совета бандитской группировки к смертной казни заочно. Суверенитета Чеченской Республики, активные действия по подрыву независимости государственности чеченского народа, грубые оскорбительные выпады против чеченского народа, его президента Дудаева, за поддержку так называемого Временного Совета, объявит врагом чеченского народа, запрещением после смерти хоронить его на священной чеченской земле, так, потребовать от президента ДН Дудаева немедленной высылки Эри Хасбулатова за пределы Чехии. Не слухай, я в школе, я в школе.